Ева залезла на паутину. Ты наверх хочешь? Да, ты уже выросла, большая. Да, есть. О, я вылезла на самую вершину. Осторожно, держись. Машинных фокусов, детских площадок. Ну, слезай, поехали. Вот, ребята, на обратном пути мы попали на железнодорожный переезд, который как раз закрылся прямо перед нашим носом. Теперь мы ждем, с какой стороны будет ехать поезд. Шлагбаумы закрылись, перекрыли дорогу, и мы ждем. Сильно громко, да? Такое. Считай, сколько вагонов. Целая куча, длинный поезд. Считает количество вагончиков. Ничего себе! Видите, ребята, Ева, а ну чуть-чуть отъедь, чтобы шлагбаум не зацепил нас. О, и открывается, видишь? Сегодня у нас, ребята, такой день с Евой, нам везет на всякую живность. Вот, смотрите, коровка. Как делает коровка, пишите в комментариях. Что там? Где маленькая? Вон, смотрите, ребята, масенькая-масенькая коровочка. Сегодня, ребята, у нас прям передача в мире животных. Лебедя покормили. Смотрите, теперь нашли огромную корову. Точнее, она и была, когда мы сюда ехали. Когда мы ехали лебедя, все. Она пошла, Ева смеется. Корова пошла спать. Ha ha ha!
Все, корова пошла спать домой. Но она, видите, привязана цепью. На, есть, я буду снимать. Ты хочешь снимать? Да. На. Стоп. Я типа то, что боюсь. В рукавицах может это. А ты не хочешь? Ты боишься? Да. А там еще какая-то живность. Мекает, бегает. Красиво. Видишь, какая? Коровка. На, дай ей листья. А куда ей дать? Ну так, помани ее сюда. Не хочет, да? Ну кинь ей, кинь, пусть скушает. О. Ева дала листик сочный, зелененький. Она скушала. Кидай. Не дразни. Вот, ребята, она кушает травку. Коровка кушает травку.